Всем-всем доброе утро, доброе субботнее утро. Отзанималась я с нашей реки. Там посмотрите шортсы, кому интересно, в коротких роликах. И знакомьтесь, наш новый питомец на временное содержание прибыл. Ну, я так предполагаю. Вот, взрослая собачка, такая вот овчарка. Как звать, не знаю. Вчера девочки две подобрали эту собачку. Бегала возле кладбища. Иди сюда, малыш. Иди сюда. Иди ко мне, иди ко мне. Иди, мой хороший, кушай. Вот. Взрослая сука, видите. Бровки такие седенькие у нее, моська седенькая. Подобрали, бегала без ошейника. Я одела ей свой ошейник. Пришлось, чтобы домой заводить в домик. Бегала с каким-то кобелем, дворняжкой, кидалась на машины, ко всем машины, ну, на все машины лезла. Иди сюда, мой хороший. Вот, девочка. Вот, пришла такая. Ну, и позвонили мне девочки, говорят, есть куда место определить. Лариса, просили прям. Знают, что у меня на сегодня одна собачка, Рики, и есть места свободные. Ну, взяла ее себе. Пожалела. О, играть хочет. Девочка. Ты моя девочка. Ищем хозяина, ребята. Ищем хозяина. Конечно, оставить я у себя не могу, но у меня уже барон, барошка брошенный. Вот. И еще одна собака. Получится у меня приют для бездомных породистых собак, овчарок. Приют для бездомных немецких овчарок. Вчера покормила вечером, кушает она хорошо, поела, аппетит. Сколько бегает, не знает. Нашли мы в Барнауле ее. Кладбище, где Власихинская улица, в том районе бегала. Вот. Не агрессивная, как видите. Все хорошо. Вчера вечером привезли, она бегала вдоль забора. Я так думаю, искала выход, наверное, хотела домой. Но куда мы можем ее отправить, раз она кидается на машину, ее могут задавить. Надо искать хозяина или старого, ну, на край нового хозяина. Собачка была, как я сказала, без ошейника, но остались следы от ошейника. Может быть, она ходила по территории, по ограде, была на цепи, я не скажу. Но ошейник она носила. Собака контактная, понимает команды, не дикая. Кличку, конечно, я не знаю. Так, ну такая вот, как сказать, незапущенная, хороший. Вид у нее хороший. Вот, шерсть у нее отличная. Шерсть у нее густая. И, возможно, она проживала на улице. Возможно. Не скажу. Иди сюда, моя хорошая. Иди, моя колеська. Иди ко мне. Иди. Сидеть. Кушать просит, видите, как хорошо. Сидеть. На. Сидеть. Голос. Айте, зайка. Давай. Ну ты моя хорошая. Я не знаю, потерялась она или ее бросили. Гуляем. Вот, ну нам надо найти место, потому что у меня уже записаны люди. Завтра привозят вечером Дину. Начинается заполнение домика потихонечку. Места у меня ограничены. Нет, не могу я содержать много собак. Люди у меня записывались. Я, конечно, не могу всем помочь, правда. Такая вот ситуация. Очень-очень жалко. Вот, этот ролик выпускаю, ну, чтобы... Может быть, кто-то с Барнаула смотрит. Может, кто-то сможет чем-то помочь. В плане того, что слышал, где потерялась собака у кого. Или кто-то захочет, может быть, собаку. Надо понаблюдать маленько. Может быть, хозяин найдется. Но если не найдется, надо найти нам нового. Собака здоровая на вид. Активная. Без видимых каких заболеваний. Нельзя. Фу. Пошли. Пойдем, пойдем. Там у нас, знаете, наша подружка Ротвейлер. Вот она выскочила. Постоянно она лает. Не услыхала. Как собаку звать, я не знаю, но я ее зову. Мира! 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 Мы ее назвали Мира пока. Мира! Пойдем, иди сюда.
Вот, я ее прикармливаю потихонечку, так всегда во время прогулки, ну, как и своих собачек, чтобы она, ну, потихоньку привыкала, расслаблялась. Ходит по заборам, видите, она ищет хозяина, как выйти, наверное, не знаю, может быть, она просто гуляла и, возможно, нашла бы свой дом, но вот так вот она попала ко мне, ее подобрали, побоялись, что ее собьют машины. Мира, иди сюда, сидеть. Попрошайка. Ай, хорошо, молодец. Собака добрая. Вообще, она ночевала хорошо ночью, спокойно, не шумела, никаких хлопот. Но это пока. А дальше мы не знаем. Колечко. Апорт. Вот, играет с колечком. Вчера с ней Артур пробовал играть. Ай, молодец, ай, хорошо. Ай, умница, ай, догоню. Вот такая вот активная взрослая собака. Спасибо, ребята, что смотрите ролик наш. Приходите на наш канал. Ну, вот такие вот неожиданные вещи у нас происходят. Такие вот четвероногие друзья теряются, пропадают. Очень жалко. Очень жалко, что так происходит. Таких много. Так, ладненько, плакать мы не будем. У нас впереди день. У нас утро, день впереди. Не надо расстраиваться. Надо быть на позитиве. Верить в лучшее и идти к этому лучшему, стремиться. Мира! С другими собачками я ее не знакомлю, не пробую. Я не знаю, в какой среде она жила, как у нее было это все происходило. Поэтому вот. Обработана ли она от чего, я даже не знаю. Ну, посмотрим дальше. Кто найдется, хозяин не найдется. Надо от глистов обрабатывать, от блох и клещей. Мира! Вот такой питомец у нас. Вот такой найденыш. Немецкая овчарка. Без имени. Ай, моя Халюська. Оп. Ай, хорошо. Ай, прыгать на меня нельзя. Ой, прыгать нельзя. Ай, хорошо. Ну, конечно, я тебе дам.